Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Мы с вами в Хабаровске. Сегодня очередной игровой день регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. На Платинум арене Хабаровский Амур принимает Череповецкую Северсталь. Хабаровчане вновь в чужой зоне. Пас последовал, и шайба в воротах. Вот так добиваются на 6-й минуте первого периода успеха хозяева льда. Ну, Андрей Разин, естественно, недоволен. Будут сделаны внушения. Кто-то допустил позиционную ошибку. Ну вот идут хабаровчане в меньшинстве. Видели мы с вами голы уже, когда хоккеисты обороняющиеся проводили молниеносную контратаку и добивались успеха, но не происходит. Не забиваешь сам, забивают тебе. В конце концов, Череповецкая Северсталь сравнивает счет на 9-й минуте первого периода. С этим броском Аликин справиться уже не смог. Ох, какой неожиданный гол! И вы знаете, это не был бросок по воротам. Это был бросок в борт в надежде на отскок. Этот отскок состоялся, и тут произошел несчастный случай. И в итоге Дмитрий Шугаев был полностью дезориентирован. Ну, может быть, сейчас не столь удачно. Разыгрывают шайбу череповчане. Передач много, они не безошибочны. И контратака хабаровского клуба. Хороший пас под синюю линию. Гости в чужой зоне. Вот из обводки последовал бросок. Аликин. Аликин спасает свою команду. Он решил объехать Доминика Машина. И вот последовал еще один бросок в исполнении Вовченко. Но на пути шайбы встал Евгений Аликин. Гераськин. Ох, как нестандартно играет. Удается добавить. Нет, нет. Аликин не видит шайбу. В конце концов прозвучал свисток, чтобы страсти не накалялись. Во втором периоде этот отрезок безостановочно длится уже 3 минуты и 17 секунд. Какой мощный силовой прием. Надеюсь, что обошлось без травмы. Перехвачена шайба, вот может быть опасно. Бросок на месте. Шугаев перемещается к правой штанге. Опять Стенквист, через него строится игра, и счет становится ничейным. Во второй раз в нынешнем матче череповчане используют численное преимущество. Что помешало Евгению Аликину среагировать на этот бросок? Ну что же, поздравим якобы Стенквиста со вторым голом в нынешнем чемпионате. Здорово разыграли хабаровчане. Положения вне игры нет. Осмысленная передача. Бросок. Вот это может быть очень опасно. Вдвоем против одного защитника череповецкой команды. Бросок. Гол! Гол! Наказали хабаровчане соперника. Оставил он Николая Тимошова не у дел. Да, устремился к нему на помощь партнер. А был это не кто-нибудь, а Даниил Файзулин. Но Тамашев все решил сам. Мы поздравляем Владимира Воробьева, его коллег, тренеров хабаровского клуба «Амур», болельщиков «Амура».